трубку в ластах и в трубочке и просто кролем в координации катишь. Саня сейчас ушел, я вот так вот покажу. Сегодняшняя у нас тренировка утренняя в 8 часов утра. Уже сегодня я буду собирать вещи обратно домой. Первое место самого грязного свина это... Скажу Никите, что я самый гибкий человек в мире. Вещей различных. Это, если что, все аккуратно сложно. То есть это не набросано. И в 2 часа ночи у меня поезд. У Дэна Волкова татуировки. Это у Стиня. Друзья, всем доброго утра. Сейчас на часах где-то 7.15, 7.20 в этом диапазоне. Сегодняшняя у нас тренировка утренняя в 8 часов утра. Мы были вчера в полном шоке, когда узнали, ну и очень сильно обрадовались. Сегодняшний день очень особенный, потому что уже сегодня я буду собирать вещи обратно домой. Сегодня я уезжаю, точнее завтра ночью я уезжаю уже домой с этих сборов прекрасных. Чуть раньше положенного, потому что я должен был еще на 10 дней оставаться. Уезжаю 29-го, но сегодня 19 число, и уезжаю я именно сегодня. По определенным обстоятельствам нужно было уехать чуть раньше. По приезду домой будет 2-3 денечка выходных, вот, после чего нужно будет снова возвращаться. Схожу в зальчик, схожу там у себя на родине, поплаваю. Вообще меня видите, камера сползает. В общем, грубо говоря, сегодня последний день тренировочный. Сегодня две воды у нас. Вчера был зал статодинамика, потом целый день отдыхали. Последние две тренировочки, отработаем их, пожалуйста. Let's go. Всем здравствуйте. Ула! Саня сейчас ушел, я вот так вот показал. И ржал. Знаете, сейчас какая-то проблема. На ногах. Чего? Как сейчас? Путь 22-24. Начинаем с 2 минут. Каждые 5 раз 5 секунд будет уходить. 5 раз режим 1.35. Путь 24? А, да. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня нос красный. Что скажешь по 30, по 100? Нормально?
Что делал это? Высокий локоть держал. Ага. Парниры были. На вторую половину плыл. Высокий локоть, пока залупа, да, все время плыл на прямой. Сейчас этот высокий локоть начинает работать. В общем, мы проплыли 30 по 100. Сейчас мы будем проспринтовываться. Плывем полтос в макс. 24 проплывешь, я тебе куплю 5 сникерс. Давай, если я 24 проплыву, я куплю тебе 5 сникерс. У меня не идет спринты почему-то на этих сборах. Почему-то я наработал аэроб. 200-ку я проплыл за 2.19 на курсовке. А вот спринт что-то нет. Что-то не ахти, что-то не вкатывает. Спринтеры кони, конечно. Жестко. Вот так, да. Подуньте, будет машина. Готово. Покажи брейк. Они у меня здесь отлетели, вот тут отлетел, вот тут отлетел. И чё? Ну все, капец, я приеду просто, там миллионером должно быть, чтобы это все обратно восстановить. Это Устинья. Это непонятный человек. Я его сел. Смотри, мой нос такой. Красивый. Я смотри, понравился. У Дэна Волкова татуировки. Сейчас, смотри, сейчас, на спине тоже. А здесь есть дельфин. Кстати, я рисовал. Это панда милый. Короче, сейчас сидел и чувствую, что я вообще не восстановился ничуть после полтуса этого, после еще тренировочки. Нужно закупаться. Я думаю, еще метров 500, наверное. Я люблю, кстати, закупку. Я полюбил на этих сборах закупку в ластах и в трубочке. И просто кролем в координации катишь прям с минимальными усилиями. И метров через 200-300 прям так восстанавливаешься, лютейше. Просто сказочно. Еще я вчера написал вот здесь на ластах, смотрите. Я скорость. Я есть... Это же Дэн, мать его, Волков. Это отсылка к Дэну Волкову. Мировой рекорд на 200 брас. Но я думаю, надо еще что-нибудь пописать. Разукрасить. Классные ласты. Опа, вот это контент для влога. Я хотел. Пипиську мы заблюрим. Короче, я ему говорю, этот Ванёк отвечает, я не пойду на растяжку, скажу Никите, что я самый гибкий человек в мире. Я говорю, я выхожу за дверь, говорю, я скажу, знаешь, кто ты? И тут Никита уходит. И я сказал, Никита, здравствуйте, как дела? Я вставлю это во влог. Нет. Он посмотрит же. Да. Никита, я вас люблю. Итак, прошла неделя, собственно говоря, спустя прошлого влога, и у нас очередной срач. Просто посмотрите на это. Но больше всего грязи вижу у Вадима Безрукова. То есть у меня еще более-менее. Вот. А вот здесь, конечно, срач. А, не-не-не-не-не. Первое место самого грязного свина это... Посмотрел на тебя, сколько ты грибков делаешь. И сколько? Я просто рассчитал, чтобы меньше, чем у меня. У меня меньше, чем у тебя? У меня меньше, чем у тебя. Ну, я маленький просто. Да, вот, ну я плыл вот так. Уехал, Никита. Это так тяжело, плыть вот так. Пипец, у меня дельты просто так забились, я не знаю, как вы так плаваете. Ну, у меня же не вот так вот прям, у меня вот как-то вот так вот идет рука. Она вот так ослаблена. Ну, как у тебя, мне, конечно, до одного места отлично. Короче, ты, надо... Ты Q1 жираешь, у тебя рибоксин тогда. Вот какой же ты большой! Огромный.
толстый, невыносимый толстяк. Итак, показываю, как питаются в тренировочное время после утренней тренировки спортсмены. Я купил лечо, кукурузу, тунец, картошку, правда, некачественную, доширак. Мне Сальша даст люлей. Вот. Ванёк, а ты что кушаешь? Ванёк пиццу взял. А там много теста, Ванёк, очень много теста. Ну, углеводы небольшие. Итак, мои дорогие, приятные молодые люди, я сейчас собираю вещи уже. Вот такая у меня гора целая, вещей различных. Это, если что, все аккуратно сложно, то есть это не набросано. В принципе, все достаточно гармонично. Так вот, все это мне нужно положить в чемодан сегодня вечером. И в 2 часа ночи у меня поезд. Итак, друзья, это моя сегодняшняя последняя тренировка на сборах. Да, отпахаем ее жестко сегодня. А я сам черный. Я такой же, нет. Короче, это снова на Урале. Короче, поздравьте Влада с успешным прохождением сбора. Он выдержал 3 месяца жестких тренировок. Поздравляйте его в комментариях. Поставляйте лайки. Потому что это не 3, 2.5. 2.5. Это, короче, сын Посейдона. Я сын Посейдона. А я кунг-фу панда. Сегодняшняя тренировка была не настолько жесткая, как я ожидал. Через аэробчик мы плавали на пульсе 26. В общем, как-то так. Ну да. Итак, мои прекрасные молодые люди, я закончил тренироваться на этих сборах и успешно сдаю смену. Ура, товарищи! За Родину! Итак, друзья, время 8 часов вечера, плюс-минус через 5 часов уже поезд у меня. Достаточно большое количество времени, но я уже собрал почти все свои вещи. Осталось немножечко доработать, посмотреть, чего не хватает. Но так в целом, в принципе, все собрано, чемодан готов, рюкзак тоже готов. Осталось придумать только, как мне повезти обратно свою подушку, потому что пакет я где-то потерял. Итак, друзья, короче, сходил я, значит, в магазин. В путь дорогу купил все самое необходимое, естественно. 2 доширака с курицей. Вот, даже купил картошку. Я давно не ел такую картошку. Дерьмо еда, но мне всего надо продержаться сутки 15 часов. 2 пепси, кола зеро больше, к сожалению, нигде не найти. Печеньки. И на завтрак вот такие хлебцы, короче, с сыром таким творожным. Все, шикарно. Thank you.